Последняя среда марта вновь напомнит копейчанам о необходимости заботиться о собственной безопасности. Ежегодно в начале весны система гражданской защиты населения проверяет знания и готовность людей к действиям в чрезвычайной ситуации. 28 марта 2018 года проводится годовая проверка автоматизированной системы оповещения гражданской обороны городского округа с подачей сигнала «Внимание всем». В ходе тренировки будут включены электросирены, расположенные на территории городского округа, и передана речевая информация по городской радиовещательной сети. Услышав сигнал сирены 28 марта, копейчанам беспокоиться не стоит. Проверка систем оповещения не предполагает каких-либо действий со стороны населения. Но в случае реальной ситуации, например, крупномасштабной аварии или стихийного бедствия, нужно обратить внимание на единый сигнал гражданской обороны. Подается прерывистым звучанием электросирен. По этому сигналу необходимо включить радиоточку, радиоприемник, телевизор, прослушать информацию, немедленно приступить к выполнению всех рекомендаций чрезвычайного сообщения. Время включения сирен строго регламентировано. 28 марта сигнал прозвучит в 12 часов 45 минут.